Канал «Схема лечения» дает вам возможность ознакомиться с отзывами реальных людей о данном препарате. Заходите в комментарии и читайте. Если вы уже пользовались этим лекарственным средством, то просим вас оставить отзыв в комментариях. Это поможет людям, которые в данный момент ищут информацию и планируют лечение. Расскажите, при каком заболевании вы использовали этот препарат? Расскажите о побочных эффектах и осложнениях, если они были. Насколько эффективным оказалось лечение? Итак, смотрим комментарии. Данная информация носит ознакомительный характер. Не забывайте, каждый организм индивидуален, поэтому вам должен назначить лечение врач. Не занимайтесь самолечением, это опасно. Подписывайтесь и ставьте лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое может вам помочь.